Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала Cowboy Life симулятор, значит, жить, ну, короче говоря, если правильно я понимаю, да, симулятор жизни ковбоем. В общем, заявлен русский язык, но в демке его, к сожалению, не оказалось. Не только английский, какой-то там испанский, китайский, в общем, все языки, кроме русского. Да, а почему именно в демке? Ну, хотя бы, да, если объявлено в... Вообще в игре русский, да, почему и в демку не добавить русский, непонятно. Ладно. А, коли я с английским не особо дружу, мы немножко просто побегаем, посмотрим на эту игру. Всякие геймплейные части, может быть, опять же, что-нибудь тут сотворим. Вот. Все, что буду тут говорить, я часть, может быть, ну, опять же, да, смогу понять со своим знанием английского языка, а что-то, может быть, и... непонятно будет, это вы мне, если что, в комментах. Ага, мы это, значит, вот. База ковбоев наша. Угу. Окей, мы выходим, да, я так понимаю. Да, Animal Management, Animal Controls. Один, два, три, четыре, пять. Ага, Б и Д. Значит, у нас есть фундамент. Да, мы строим, получается, свою ферму. Да. Дальше мы это демонтаж. Ага. О, лошадка. На лошадке будем кататься. Классно. Классно. Слушайте, ну, я как бы трейлер видел немножко. Вот, поэтому... ты разработчик там играл в Steam. И, может быть, даже вы, когда будете демку загружать, да, будете играть. Итак, мы Hello? Можем пообщаться. Да, приветствую. What Еще, что ли? What do you want? Да, из двустволки его. Finally, you arrived. I've been waiting for you. How was your trip? I have some news for you. Да, вроде бы неплохо, да. That's great. You will not regret this travel. I have some good news for you. Ну, да, вот такие вот будет манеры, таким разговаривать, как... Yeah, раньше, but in order to get the act of ownership, you will need to talk to a local sheriff. Now, I remember... Окей, окей. Так, ну давайте поглядим. Так, понятно, идем сюда, к этому. You do not look like local to me. Слушай, а почему они... So, what the hell do you want? I'm busy. Где губы? Где губы? Разжимается. Давайте, единица, ага. I've heard that Billy was talking about someone who claims a ranch. Your ranch is situated in the far north. You can reach it from... You inherited some belongings as well. К северу, да? Take it from my desk with your act of ownership and be on your way. I have people to command. I almost forgot. You received a horse. It was hard. Seems it was... О, привет, красавица. А, слушайте, а может быть с ними... А тебе можно потом, да, это может быть социальная какая-то составляющая. Типа мы потом будем с ними тара-ля-ля-та-поля там туда-сюда, пятый-десятый, а чего ты не хочешь? Ну ты же сейчас только моргала. Ну моргнул уже, блин, ладно. Я так понимаю, мы возьмем лошадь с собой, да? Или что-то, сундучок. Ага, значит, это наш рюкзачок, да, наша одежка и так далее. Понятно, это у нас еда, виски, весь честер, да, это, короче говоря, у нас рабаш, окей. Даже, наверное,
так вот. Хотя я думаю, что, наверное, в рюкзак это все сложить надо, да? А, хотя нет, диски мы оставим на двоечку, а еду на троечку. Ну, да. Ну-ка. О! Ну, а что не заряжается? Не понял. Ага, а если на четверку? Странновато зарядка, ладно. Хотя бы прыгать можно. Так, так, побежали туда. Ну, здесь, да, здесь у нас туториал, в принципе, да. Сейчас нам расскажут, что, чего, зачем, почему. Значит, у нас лошадку, да, мы можем, ага, сесть на лошадку. Правда, единственное, что... Где ты, лошадка? Где ты? А, ноль или... О, скорее всего, да? О! Привет, лошадка. О! Да, вот это вот круто. Блин. Ну что ж за анимация лошади, да? Что же вы так анимацию лошади не сделали поганенько, дорогие разработчики? Нам вот туда, да? Нам вот туда надо скакать. Опа! Будем, опа! И вообще все перепрыгивать, слушайте. Хорошая лошадка. Все заборы, все, что хотите, перепрыгнет. Окей. А я так понимаю, это наше ранчо, да? Ну да. Серьезно, нам... как что ты сп... А, Е это мысли. Ну, хотя бы сюда слазим уже более-менее нормально. Билд ранч. Так, теперь надо понять, как эту херню... Ага, ну, естественно, А ты на русский можешь? Можешь, нет? По-моему, русский он ни хера не поддерживает. Ну да. Ладно, тогда... Естественно, тогда вот так вот. Наша ранчо. А так, моя ферма использует... Окей. А, это мы... А, это мы коня так обозвали. Ладно, серьезно. Как так? А как я тебя обозвал? Блин, слушайте, я... Чё? Ну ладно. А как же я тебя на... Блин, я же тебя как-то обозвал. Как я тебя обозвал? Блин. Так, демонтаж. Ага, надо взять кирку, да? Ага, табл у нас, значит, вот так открывается, да? Так, у нас пока ничего нету. Ага. Т. Угу. Итак, у нас получается топор. Лук. Ага. Это можно все крафтить. Мы можем скрафтить костер, топор, но для этого нужен... Да, нужно всяко-всячина. Слушайте, довольно-таки, блин, большая карта. Ну, достаточно для того, чтобы здесь поездить, попрыгать. Ну, это наш крафтинг, да, квест. Так, квест. Так, мы, по-моему, что-то здесь не сделали, да?
Так, хорошо, это мы уже... А, или либо это уже следующий будет квест. Так, ну давайте посмотрим, что здесь вообще существует. Так, и с опциями, опция, контроль. Empire Building. А. Во. Так. То есть у нас получается на туториал G. Почему G? Хотя на H у меня я нажимал и... Окей. Ну, T трафикинг, да, у нас получается... В общем, O это будет вызов коня. Вот. А это не работает, да? Странно. Странно. Опа! Слушайте, какой резво, а? Резво, резво. Ладненько. Да, я же забыл, меня ж сюда надо. Да, нас. В общем, нам дали немножко всяко всячины. Вот, мы топорик. Чего нельзя? Почему нет? Наверное, все-таки, да. Наверное, все-таки это по квесту надо, да? По туториалу идти. Да не вопрос. А, не вопрос. Значит, идем сюда. И что, ее надо сломать, что ли? Юм. На демонтаж. Демонтаж. Ю. А что ты к Ю не нажимаешься? Вот слушай, все странные, а здесь... Ага, F у нас билд. Это фундамент, я так понимаю, мы можем, да? А, Q демонтаж. Есть это я что, должен всю ферму, что ли, захерачить? Ну, это, честно говоря, ну, как-то странновато. Надо будет, да, если всю ферму фигарить. Да. Ну, ладно. Конечно, хорошая вещь. Да, мне инструменты ломаются. Я так смотрю, очень ломаются. Ага, не хочешь мне давать. Слушайте, давайте посмотрим, что здесь. О, лошадки. Что-то с вами беда какая-то. Беда, бедешенька. Да, у вас непосредственно как-то очень... Ну да, нужно непосредственно фундамент. Блин, а я вот тоже непонятно, слушайте, вот либо... Вот куда этот фундамент? Просто так поставить? Это как-то... Иди сюда, лошадка. Вон, стой здесь, а. Наверное, скорее всего, вот это все надо будет разрушить, наверное, все-таки. А, либо... Вообще очень неудобно крошить это все. Но благо все это пропадает. Ну да, скорее всего, все надо будет покрошить. Потому что, ну, оставлять в таком виде это. Она все равно старая уже. Поломанная. Будем, в общем, новую, получается, ставить. Это как. Мы играли фермер симулятор, да? Фермер лайф назывался. Тогда с Декстером, с Алиной мы, помните, бегали. Вот, это вот что-то
что-то, может быть, из серии. Правда, почему нас вот не убивает этими завалами, я бы, честно говоря, уже давно бы сдох, если на нас упала вот эта херня бы на голову. Ну, сотрясение мозга точно было бы. А тут нет, тут все нормально. То пока мы оставим, наверное, да? Да, возьмем это. О, металл бет. О. То есть здесь крафти, да, здесь крафт есть. Это не, сейчас очень модно, знаете, вот сейчас игры практически учим всем про крафт, крафтить выживалки. Но так как у нас российских разработчиков нету, которые бы могли бы все-таки про нашу, так сказать, необъятную родину, да, так сказать, именно в нашей вселенной, вот, поэтому мы, наверное, придется нам это, да? Так, ага, это уже, наверное, скорее всего ставить. Чего дринк? А, водичка, да, водичка, опа, попили. Виски, блин, нормально. О, вау, 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 вау. Так, а шестого можем это срезать? Нет, нельзя. Жаль, жаль, я думал, тут кактусы что-нибудь пожрем. Да, это у нас лошадки. Только вот непонятно, чьи лошадки и что мы с ними делать будем. Ладно, давай вот этот последний. Че, все что ли, не хочешь? Не. О, все, немножко глюкануло. Итак, на этом месте мы ставим с вами, что правильно. Будем новую строить. Новое ранчо. Вот. Так. Правда, вот чё, я не могу. А, во, давай, 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 давай. Ты можешь как-то присесть, я не знаю, или. О, неплохо. Слушайте, неплохо. Это, скорее всего, да, это у нас пойдут вот так вот. Да почему бы нет, да? Почему бы нет? Как-то вот так вот обозначим это все сейчас. Вот. Не скажу, что, ну, за пара, ну, в принципе, да, в общем, как во всех играх. Я не знаю, правда, как правильно эти должны стены стоять, ну, стоят и стоят. Правда, напоминает вагоны. Вот доски, это такое ощущение, как будто с вагонов. Блин, охренеть. Окей. А нам дверь-то дадут хотя бы какую-нибудь? Ладно, лошадь, блядь, лошади сейчас разбегутся, я же им. Ну. Вот. Да, а здесь у нас, скорее всего, будет. Ага. Колодец, кстати, колодец, колодец, колодец. Давайте его куда-нибудь. Ну, у нас вообще она будет большая, тем более нужно будет, да, всякого всячины там делать. И здесь, скорее всего, будет что-то сажаться.
Наверное, вот сюда вот мы поставим. Тем более, колодец на самом деле можно их, может быть, несколько, да? А, ну, то есть мы пьем, да? А почему нельзя как-то его крутить, вертеть? То есть прийти просто попить? Ну, странная на самом деле такая фигня. Очень странная. Очень-очень странная. Это у нас, я так понимаю, ящик, да? Или что-то очень похоже на ящик. Да, и у нас вот, собственно говоря, есть дерево. Камень, металл, в общем, древесина, да, у нас как бы есть. Окей. Так, это можем, кстати говоря, наверное, все-таки демонтировать. Да. И почему нельзя? Почему мне крышу нельзя сделать? Так, сейчас, секунду. А, вот, нашел. Нам нужно пианино поставить. Нахера нам пианино? Чего-то это? Светильник? Ой, блядь. Зря я виски выпил. Ну, ешь твою налево. Я вот это хотел. О, прикольненько. Слушай, там прикольненько. Вот что значит клавиши перепутать, да? Надо было бы виски-то оставить. Естественно. Так, но мы его потом купим. Так, я единственное вот нашел, значит, сюда, потом еще раз вот это вот пианино. Я правда не понимаю, как. А, вот на R крутить. Я еще думаю, как его покрутить так, чтобы. Ага, тут сюда не поставишься, да, потому что там. Сундук. Ну ладно, давайте здесь. Ну. О. Тарарарам-парам. Так, поиграем? Можем играть или нет? Все, мы поиграли. Вот, в общем, слушайте, ничего такая груха, в принципе. Графика довольно-таки прикольненькая, миленькая, слушайте, деревья вроде бы как, да? Вот. Ну, правда, вот лошади почему-то вот до сих пор так вот стоят, непонятно зачем и. Но мы, скорее всего, будем что-то добывать. Не без этого. Возможно. О, у нас, кстати, виски есть еще. Так. Мы еще попили отсюда. Так, хорошо. А лошадь, интересно, можно как-то ее. Ага. Я просто думал, можно ли. Телеги, да, на телегу при и ее уже непосредственно на ней покататься, да? Блин, ну как же я тебя аж переименовал? Ну на F, я же нажимаю F. Нажмите S, F, чтобы имя, да? Это я опять на лошадь сел. Блин, а почему я все время?
Лошадка, ну ты с... Ох, ёб твою... Ой, господи. Что такое лошадка? Ай-яй-яй-яй. Так, ну что, давайте взглянем в нашу подзорную трубу. О, слушайте, довольно-таки... Блин, нехило приближает. О, что можно даже рассмотреть, кто у нас на станции там. Да, слушайте, неплохо, неплохо. Правда, опять же, непонятно, как, что тут есть. Вот, возможно, что-то еще, опять же, делать. Что билдинг за... В общем, что-то надо строить. В общем, она постоянно сейчас будет просить нас, будет просить построить. Ну, видите, опять же, вот этот, мы его уже построили. А он, видите, нам снова... И нельзя, видите, друг на друга ящики ставить, что... На мой взгляд, это, ну, как-то немножечко хероватенько. Так, давайте тогда его, ну, разрушим, да, чтобы снова на это место поставим. Может, кстати, может быть, я его неправильно поставил даже, да, там кверх ногами. Вот, ну, чтобы нам засчитали сейчас квест, вот, да, этим. Вот, и можно апгрейдить вот такой вот, видите, получается у нас сейф. Ну, да, тем более мы можем сюда поставить что-то, ватер, видите, сюда мы можем непосредственно заполнять всякими бутылями. Я так понимаю, воду, да, мы набираем воду и так далее. Потом, видите, сейчас апгрейд нельзя. То есть у некоторых вещей можно потом апгрейживать, что вполне себе даже неплохо. Неплохо. Вот, давайте туда сгоняем. Правда, вот единственное, мы не убиваемся. Ну, сейчас напоследок просто сбегаем. Он там пишет, что... Гарден, что-то там Гарден, не помню, как это переводится, Гарден. Возможно, у нас, кстати говоря, будет и две фермы, да, то есть одна будет какая-то животноводческая, другая дорогая такая. Чего нельзя? Угу. Окей. Нет. То есть мы, получается, как бы здесь не можем, да, ничего сделать. Гарден. Что-то с озеленением или... Ну, да, давайте, в общем, если вы напишите, я буду очень признателен, да. Что такое гарден, блин, зеленение или что-то сделать, в общем, надо либо починить, хотя вряд ли. А, может быть, лейку, да, может быть, вот. А, вот гарден мы взяли, все, я понял. Да, видите, оказывается, это вот, нет, не это, а где гарден то у нас? А, вот он. Ну, давайте. Угу. Да ладно, еще сажать, что ли, это надо? Ёперный театр, а? Ну, мы... Не, ну не здесь же, да? Потому что, ну, если честно, если будет... Две или три фермы разные, да, животноводческая, потом такая-то, такая-то, но это, блин, ну это, если честно, бегать очень, блин, не хочется. Хочется как-то в одном месте все это, чтобы было. Ну вот, например, а, ну там, наверное, скорее всего, мы взяли. Да, там мы, скорее всего, взяли как образец книги, да, а здесь мы можем, в общем-то, наверное... А,
А, нет материала? Нету материала. Окей. Сент. Либо растет она только в определенном месте, да, и... Ну, у нас какого-то материала еще нет. Ладно, в общем, в целом, заключение, да, давайте уже, как говорится, заключение. Неплохо для начала. Что будет дальше, непонятно. Ну, тут, точнее, я знаю примерно, что будет. Здесь нам здесь предстоит делать ферму, нам придется закупать здесь животных, расти, выращивать, там, купить. Покупать цыплят, можно цыплят выращивать, овечек, зайцев, там лошадей, в общем, любая живность, коров там и так далее. Ну, в общем, ранчо, да, ранчо, ферма, и так далее. И это, опять же, Дикий Запад. Да, вот такая вот. Вот, винтовочка, будем охотиться, правда. Ой, ёб твою, как тебя руки скрючило. Вот, будем раб... Здесь есть дикие животные, мы на них будем охотиться. Опять же, это мясо. Это мясо, ребята, это мясо. И будет, насколько я вроде бы в трейлере видел, там есть вроде бы рыбалка. Рыбалка под вопросом, я, если честно, не особо помню, если она или нету. Хотя я вот зря тащил лошадей пью, ну ладно. Вот, есть непосредственно, по-моему, вроде бы рыбалка, но на это мы взглянем, надо будет посмотреть более внимательно. Я на самом деле жду русский язык, поскольку без русского языка, как вы знаете, это, ну, не сказать, чтобы невозможно играть, потому что здесь, в общем-то, в целом так-то понятно, что тут надо, да, и зачем мы это делаем. Но все-таки русский язык это, ну, более проще, да? Да, во всяком случае, для меня это очень, очень просто, очень. А, вот он, кстати. А, это удобрение. А вот семена. Вот что надо было посадить. Ага. Понятно. В общем, надо что-то было найти. Надо что-то забрать было. Ну, понятно, тут походить. В общем, да, русский язык был бы неплохо, но. Я, наверное, может быть, запишу парочку видосов. В общем, пишите комменты, что вам, как вам и игруха. Ну, а напоследок, как всегда, играйте только хорошие игры. Все. Всем спасибо за внимание на сегодня. Все, пока. Пока. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну и не забывайте подписываться, если первый раз пришли на канал, и ставить непосредственно колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну, а так... Не переключайтесь, скоро увидимся. Пока.